многие говорят о жестокой засухе в Хинане. Как засуха могла обернуться такой катастрофой, таким количеством беженцев? Саранча. Всему виной саранча. Не в саранче дело. Это все. Мы умрем от голода, если пойдем дальше. Все в этом мире происходит по воле Божьей. Это, сын мой, не веление Господа. Это дело рук дьявола. Когда меня не станет, что бы ни случилось, не продавай детей. Здесь же беззащитные, хорошие люди. Не обрекайте их на голодную смерть.